Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Страница 71. Задание внизу страницы. Найди по плану площадь сада. Чтобы найти площадь сада, мы должны вспомнить, что одна клеточка – это 1 метр квадратный. Значит, давайте посмотрим, какова у нас будет ширина сада – 5 метров, а длина сада будет 9 метров. Чтобы узнать площадь, нужно 5 умножить на 9. Получится 45 метров квадратных – площадь сада. Мы можем записать ответ. 45 метров квадратных. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.